Несколько часов жизни и хорошо, если только в один день. Большая очередь на осмотр и регистрацию транспортных средств в ГИБДД Сургута для автомобилистов стала уже привычкой. Но в последнее время ситуация усугубилась. По утрам поток стоящих машин начинается от торгово-промышленной палаты. Многие проводят в ожидании осмотра автомобиля по 3-4 часа. Для того, чтобы понять, почему так происходит, мы обратились в госавтоинспекцию. Но сотрудники не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. Сообщили, что ответ дадут только на следующий день. Недели. Поэтому пока что автомобилистам остается только ждать и надеяться на то, что им повезет быстрее пройти осмотр. Час, наверное, стою где-то. Да, конечно, неудобно. Откуда это будет удобно? А решение я не знаю, какое. Народу, чтобы, наверное, побольше работало. Да как решить, не знаю. Это у нас испокон веков такой. Ну, подъехал где-то около 11:30. Вот стою. С утра подъезжал, там вообще очередь была, бог, чуть ли не к светофору. Поехал домой, вот подъехал к 11:30, вот стою до сих пор. Ну, не знаю, в том году проще было как-то, то ли повезло, то ли что. 3-5 машин стояло, это я не знаю, что, народ богатый стал, что ли, машины покупает. А как вы решите эту проблему? Ну как? Начальство должно решать, не мы. Мы вот приехали, вот с 12 часов я только сюда доезжаю. И что дальше делать? Куда деваться нам? Все равно стоять надо.